Всем привет и добро пожаловать в мою квартиру. Сегодня я расскажу вам о том, как я создавала весь дизайн. Общая площадь квартиры 42, там с чем-то, почти 43 квадратных метра. Весь дизайн я продумывала сама. Мне немного помогла подруга из Москвы, которая как раз училась на дизайнера. И, в общем, в этом очень даже хорошо шарила. Она мне подсказала несколько очень хороших идей. Ну а так, в основном, практически все-все здесь моих думок дело. Прихожая на данный момент совершенно, пустая, скажем так. Здесь есть только зеркало, входная дверь, щиток, и сзади меня самодельная гардеробная. Кстати, о ней я могу вам немножко больше рассказать, потому что обычный шкаф заказать будет гораздо дороже. Я имею в виду совсем вот внутренним наполнением. Мне же помогла моя семья. Мы купили отдельно штанги, купили отдельно вот эту вот нижнюю полку, и получился у нас вот такой вот шкаф рублей за 500. Конечно же, в будущем я планирую здесь створки, которые будут сдвигаться, они будут не зеркальные, они будут поддерживать общий стиль всей квартиры. На самом деле здесь еще будет очень много дерева и будет очень много цветов, но пока этого еще нет. И, кстати, о дереве. На этой стене, идемте сюда, чтобы вы понимали, это входная дверь вот здесь, а эта стена напротив двери будет усеяна маленькими деревянными рейками, которые будут друг от друга на расстоянии самой рейки. Это будет выглядеть примерно так. Идею я видела не в одном дизайне, и фотка из Икеи. И чтобы скрыть коммуникацию, здесь будет деревянная консоль, то есть такой столик, он будет из дерева, и дальше будет продолжаться также деревянная рейка. Ящики должны будут открываться, и у меня будет доступ и к коммуникациям, и также появится вот здесь небольшое еще место хранения. Хотя, честно вам сказать, у меня уже места хранения более чем достаточно. Вы это сейчас увидите. А теперь пойдем в ванну. Моя любимая ванная комната. Эта комната одна из самых доделанных комнат в этой квартире. Здесь не хватает только входной двери. Это мелочи жизни, появится. Первым делом, что вы сейчас видите, это огромное зеркало. И это зеркало делает эту маленькую ванную 4 квадрата огромной. Она действительно расширилась как бы не в 3 раза. Визуально, конечно. Конечно, я просмотрела огромное количество дизайнерских решений, и лофт, что-то рядом с этим стилем, мне очень нравится. Но классический лофт — это слишком грубо для меня, и это как-то не так уютно. Но вот такие лампы — это самое уютное, что здесь есть во всей квартире. Это повторение необычных ламп. Дальше это увидите. Зеркало изготовили на заказ, точно так же, как и столешницу мы изготовили тоже на заказ. Я совершенно не хотела покупать тумбу под раковину из тех вариантов, которые представлены на нашем рынке сантехники в Краснодаре. Поэтому я сделала вот так. Мы купили отдельно 2 столешницы на заказ, расположили их на таком расстоянии друг от друга, чтобы шкафчики вот эти вот из Икеи, они туда вошли как родные, и чтобы казалось все это идеально гармонично. Я даже положила полотенечки, так как в отелях, просто моя мечта, и она сбылась. Кстати, о ящиках. Мне хранения с головой хватает, еще там сзади есть место. В одном ящике находятся всякие тряпочки, женские штучки и всякое такое, не сильно красивое. А во втором находятся всякие средства по уходу за домом и за собой. Также там плойка и утюжок. Ну и, может быть, что-то там еще из масел для волос. И этого у меня немного, вы видите, она не заполнена до конца. За ними, с одной стороны, рулоны туалетной бумаги. И, кстати, это дико удобно. Я совершенно не хотела покупать обычную подставку для туалетной бумаги. Ну, вот эту, что к стенке крепится. Мне кажется, не сильно красиво выглядит она. А вот тут оно просто идеально. Ну, так звезды сложились. За вторым ящиком 3 косметички с косметикой. И это практически вся моя косметика. За исключением разве что вот этого места хранения. В верхнем у меня резинки, во втором у меня заколки, и в третьем
еще немного косметики. Пудро-помадная составляющая моей косметички. И как вы уже поняли, я не любитель иметь 350 тысяч баночек на ванной, на раковинах. Мыло я использую жидкое, как вы понимаете, потому что оно выглядит красиво в этой баночке. И на ванной у меня стоит тоже один дозатор, где есть шампунь. Здесь у меня полотенцесушитель горяченький, хорошенький. Вся ванна вышла не так уж дорого, как вам могло бы показаться. Потому что вот эти все вот вещи на заказ, они вышли дешевле, чем если бы я купила просто тумбу. Да, серьезно. А выглядит реально гораздо круче, чем то, что представлено в магазине. Я очень рада проделанной работе над этой ванной. Я здесь именно была дизайнером, все придумывала. Вот, и не зря, мне все очень нравится. Пишите вам, как вам ванна и другие комнаты. Пол у меня выполнен а-ля морские камешки, и мне это дико понравилось, это очень круто выглядит. Пока что это нормально по функционалу, так что имейте в виду, эти камешки, они продавались на такой вот квадратной сетке приклеены, и мы здесь их дальше выкладывали. Ну что? Пойдемте в кухню. Кухня у меня достаточно большая для моих потребностей. Она составляет 10 квадратных метров. И самого кухонного гарнитура у меня еще нету. Деньги на ремонт кончились, кухни не купили. Но так как я питаюсь преимущественно фруктами, овощами, ну, салаты я даже здесь пока не делаю, то мне кухня по сути не нужна. Вот в том углу у меня в двух мисочках вся моя еда. Кухню я здесь планирую белого цвета. Значит, две вещи, в которые я просто влюбилась на этой кухне. Первое – это освещение. Самое лучшее решение, которое я сделала в этой квартире, во всех почти комнатах, это два источника света. И мне это дико понравилось. Весь прикол в том, что эти лампы сами по себе оставляют на стенах невероятные рисунки, но из-за того, что их две, тень идет от одной лампы и от второй лампы. В смысле, они друг друга подсвечивают. Я как художник, как фотограф, я просто восхищаюсь этим в этой квартире. И света, конечно, в два раза больше, потому что две лампы. Второе, это офигительный подоконник. Мы сняли обычный наш старый тот подоконник и заказали столешницу. Точно такие же столешницы у меня предусмотрены для кухонного гарнитура уже. Куплены, там стоят на балконе. Ну и, как вы заметили, точно такая же в ванной. Пока что на этой столешнице у меня расположены всякие кухонные вещи, которыми мне нужно пользоваться, чтобы жить. Но потом, конечно, здесь будет не так захламлено. Хотя для кого-то, может быть, это и не захламлено, а просто декор. И я бы тоже так сказала. Мне невероятно нравится моя новая елочка, вот, вот там стоит. И этот канделябр. У меня достаточно современный дизайн, и внести вот такой вот старинный элемент просто замечательно, как по мне. Плюс сам канделябр, сама эта вся идея, она мне напоминает вампирские какие-то делишки. И я люблю вампиров, поэтому думаю, я куплю потом еще один канделябр, только больше, чтобы он стоял на полу в спальной комнате, куда мы сейчас пройдем с вами. Сейчас мы переместились в мою спальню. Изначально планировка квартиры была совершенно не такой. Спальня была гораздо больше, по-моему, на нее выходило 19 квадратов, и не было, конечно же, моей гардеробной, которую я сейчас вам покажу, как после спальни. Спальня или зал, основная комната, как хотите называйте, была 19 квадратных метров. И я ее сократила. Я добавила место для ниши в коридоре, чтобы там получился удобный шкаф. И также где-то около 8 квадратных метров я отрезала для моей гардеробной. И это же мечта каждой девушки. Поэтому спальня теперь у меня, наверное, где-то тоже 10 квадратов. Но я расширила эту территорию благодаря тому, что снесла окно и дверь, идущие на балкон, и соединила эти два пространства. Единственное, я еще пока не знаю, что я буду делать на балконе. Следующий рум-тур вы увидите тогда, когда я уже здесь все доделаю. В этой квартире нужно доделать рейки, про которые я говорила, и которые еще будут в этой спальне на стене, которая ведет в гардеробную. Здесь не хватает дверей, и здесь нужна кухня. В принципе, после этого практически все, за исключением каких-то мелочей, будет готово. На вот эту колонну у меня уже есть вырезанная доска, спасибо моему папе. Он делает для меня вот под размер красивую штуковину. С этой стороны можно будет садиться, она будет выпирать. Я здесь могу делать рисунки, ногти, просто сидеть, что-то писать, то есть это будет как мой рабочий стол небольшой. Хотя плоскость и в кухне, и здесь выше, чем обычный стол, поэтому нужны будут барные стулья.
И, кстати, я еще задумываюсь о том, чтобы на кухне все-таки купить круглый стол дополнительно, потому что мне не нужна большая кухня, а места там еще много. Возможно, для того, чтобы с гостями было удобнее сидеть, я что-нибудь такое придумаю. Но изначально идея сидеть с гостями была именно за вот здесь вот будущим столом. Еще не пробовали, посмотрим, насколько это будет удобно. Я вам расскажу в следующем румтуре. Так вот, идея была такая, чтобы на балконе с той стороны была рабочая зона. То есть это как бы мини-кабинет. С левой стороны от входа я подумываю сделать очень такой мини-мини-садик, где будет расти петрушка, укроп и, может быть, какая-то еще зелень. Хочу рассказать вам отдельно вот про этот цветочек. Это фикус Бенджамина. Мне его подарили маленьким. И вы знаете, они вырастают такие большие деревья, поэтому я сразу купила для него достаточно большой горшок. И завила, то есть эти стебли, там было куча-куча стеблей, и я их сделала вот такими вот ромбиками. Они должны расти, переплетаться, врастать друг в друга, и получится такой необыкновенный ствол. Думаю, вы видали такие деревья, например, в бау-центрах или там, ну, в общем, в строительных магазинах, где есть раздел сада. Просто вот делюсь, что это достаточно просто сделать. Ну, потребовало где-то полтора часа времени, но я завила, и теперь он у меня вот растет такой красавчик. Очень добавляет атмосферы. В целом, в квартире я хочу, чтобы было побольше зеленых растений, но в основном это будут искусственные, как, например, вот в этом углу у меня здесь искусственный цветок. Преимущество хочу отдать пальмам всевозможным, то есть я их буду прям искусственными покупать. Дело в том, что они у меня не умрут просто. До этого момента все цветы живые у меня умирали, но сейчас я к ним поответственнее отношусь. Итак, ребята, слева от меня кровать, все выполнено тоже в темном дереве, постельное белье черное, темное, в квадратик, такое достаточно мужское, но оно сюда очень подходит, как мне кажется. Ну и также прикроватная тумбочка пока такая, потом я хочу подвесные прикроватные тумбочки. Ну, пока вот так, пока у меня что есть. С другой стороны, вообще поднос из Икеи. Вот. Очень приятную атмосферу задают прикроватные светильники. Правда, я пыталась уже читать, при их свете это невозможно, они слишком тускло светят, но как атмосфера это просто замечательно. Также я продумывала все очень заранее, и у меня в квартире очень-очень много розеток, они практически везде. Я сделала это для того, чтобы мне не нужны были удлинители. Просто в прошлой моей комнате дома у мамы у меня было две пользующиеся спросом розетки и три удлинителя. Это очень неудобно, особенно неудобно мыть полы, поэтому я сделала розетки везде. И обязательно с двух сторон от кровати у меня по три входа. Чтобы сделать розетки заранее идеально, в принципе, у меня почти так и вышло, я продумала все до мелочей, что где будет стоять, и в принципе так гораздо проще потом решать цветовые какие-то моменты, ну и мебельные. Также, я думаю, вы заметили, что у меня много картин всяких стоит на полу, пока что они стоят, потом будут висеть. Не вешаю я их потому, что пока не будет всей мебели, я не буду дырявить стенки, вдруг мне потом не понравится. Сейчас мне нравится, как они на полу стоят. Ну и потом перед кроватью предусмотрены розетки для телевизора. Я не смотрю телевизор уже очень давно, как вот обычные каналы, но, например, смотреть фильмы на огромном экране было бы круто. Ну и мечта каждой девушки, пойдем в гардеробную. Гардеробная действительно, ну, большая. Здесь много места, здесь могут переодеться 2-3 человека даже. То есть вот. Так же, как и с тем шкафом, здесь все мы сами купили, сами установили. Все эти штанги, полочки, крепления. Одна из штанг полностью посвящена для платьев. Их у меня очень много, всяких костюмов, комбинезонов и сарафанов с платьями. Здесь у меня свитера и рубашки, внизу майки для лета и нижняя одежда. Нижняя одежда, в смысле не белье, в смысле штаны, юбки. Вот это вот просто мечта, просто офигенно, то, что туфли стоят в каждой ячейке, те туфли, которые я сейчас не использую. Ту обувь, что использую, вы видели там в прихожей. Наверху шляпы. И также офигенное место, вот я сейчас на это все смотрю. Я придумала, что все украшения, которые на шею вешаются, будут на отдельных крючках, расположенные с двух сторон от зеркала. Это оказалось невероятно удобно, потому что раньше оно все висело на одном там каком-то крючке, или, боже упаси, еще хуже, если оно лежит просто в шкафу, и оно все путается.
Здесь же теперь все вот висит так удобно, что ничего не путается, и сразу перед зеркалом можно примерить. И также у стены я предусмотрела немного свободного места для того, чтобы туда в будущем, когда у меня будет кухня, ставить мои причиндалы для видеосъемки. То есть софтбоксы, штатив, камера, все будет стоять в уголочке. Пока что там находятся пакеты с пакетами. Может быть, у вас создался вопрос, почему я выбрала белые и черные стены. Дело в том, что я блогер, я фотографируюсь, и белая стена очень удобна для того, чтобы вот прямо сейчас снимать, например, видео. Черная стена, потому что мне нравится такая вот уединенность какая-то. Но, тем не менее, я тоже ее могу использовать для видео. Точно так же, как и серая стена, иногда для фотографии. Короче, мой дом, моя крепость, моя фотостудия. А еще это очень модно, круто выглядит. Что мне пока что не понравилось? Первое, это акриловая ванна. Она, оказывается, очень легко моется специальным средством. Это плюс. Но минус в том, что я набрала в нее очень горячую воду. Не знаю, что этого делать нельзя. Конечно, стоило об акриловых ваннах побольше сначала прочитать. Но тем не менее, у меня немножко вздыбился пол ванны. Он не треснул, не лопнул, ничего такого не произошло, но это было неприятно, немножечко страшно, потому что я посмотрела в интернете видео о том, как у людей прямо лопалось, и вода внутрь начинала затекать, поэтому будьте аккуратнее, лучше акриловую ванну взять, наверное, все-таки немного подороже, потому что, ну, моя стоила 10 тысяч, вроде это не так много для ванны. Самая дешевая, можно сказать, была из всех. Хотя у моей сестры тоже акриловая ванна, тоже мы с ней заехали примерно в одно время в квартиры, и у нее все отлично, они купаются, может быть, просто они не набирали настолько горячую воду, как набрала я. Я, конечно, в горячей прям такой не купаюсь, но просто так получилось. Второй минус, который я пока что для себя поняла, это ламинат на полу. Я потом, в будущем, лучше бы потратила немного больше денег, или дольше копила, или, ну, в общем, что-нибудь бы сделала, но положила бы паркет. Потому что в моей старой комнате, где я раньше жила, был паркет настоящий. И, ну, это не то, что ламинат, конечно, это разные вещи. А того, что мне очень понравилось, как вы уже заметили, в этой квартире безумное количество, и я практически вот всем, что здесь есть, горжусь, радуюсь, смотрю на это и восхищаюсь. Надеюсь, вам было интересно и приятно побывать у меня в гостях. А я буду с вами прощаться, так что всем пока-пока и до новых встреч. Подписывайся на канал, если ты не был подписан.